Очень эффективный механизм без советов. И то, что я сегодня услышала, это действительно реальные предложения бизнеса, которые мы будем учитывать и в своей работе на федеральном уровне, и они уже сегодня учитываются и отрабатываются на региональном уровне. Уже запрос на какие-то такие мотивационные вещи в части снижения арендной платы, да, там за землю, понижения налоговых отчислений в особой экономической зоне, это уже сегодня находится в приоритете видения губернатора Тульской области, и уже там сегодня были даны соответствующие поручения. Нам интересен был опыт тульских предприятий в части подготовки кадров, внедрения системы дуального образования. И здесь мы тоже активно взаимодействуем с правительством Тульской области по тиражированию и по развитию этого направления в регионе. Пользуясь случаем, поблагодарить вообще в целом агентство стратегических инициатив, его директора Светлану Витальевну Чупшеву, который оказывает большое внимание и в качестве организационной работы, в качестве методической помощи всем регионам нашей страны для улучшения тех или иных показателей. Те или иные показатели, мы их не будем перечислять, их очень много, в целом они влияют и улучшают качество жизни наших граждан. Это очень важно для глав регионов и, конечно, для того правительства, которое находится в том или ином регионе. И, конечно же, Тульская область в этом вопросе тоже не обделена. Мы даже входим в число пилотных проектов по некоторым предложениям, которые реализует агентство стратегических инициатив. И мы этим гордимся. Значит, что касается полезности, ну, конечно же, мы собрали площадку, мы собрали некий пол бизнеса, промышленников, малый и средний бизнес, наши сельхозпроизводители. Значит, до этого инициационного совета проделана большая работа, мы собрали большой перечень вопросов, значит, отработали эти все вопросы, и сегодня, значит, искали пути их решения, уже какие-то первые были поручения. Ряд вопросов не входит в компетенцию правительства Тульской области, мы это прекрасно понимаем. Это находится на федеральном уровне, но в любом случае с помощью агентства стратегических инициатив у нас есть такая площадка, возможность, где донести наши мысли, донести наши инициативы, а уже само агентство стратегических инициатив это будет аккумулировать и, значит, предлагать варианты решения этих вопросов с учетом того, что они вхожи в различные министерства, ведомства, в администрацию президента. Они работают очень плотно. Ну и мы тоже имеем такую возможность. И совместными усилиями мы будем делать все для того, чтобы как можно улучшать и сглаживать те барьеры, которые на сегодняшний день есть для ведения предпринимательской деятельности, как для наших малых предприятий, больших и для таких крупных, где вот Светлана Витальевна была, Еврохим. Потому что там речь тоже идет о специальных инвестиционных контрактах. Есть определенные вещи, которые не позволяют нам двигаться, потому что на федеральном уровне законы до конца не работают. Ну, будем работать вместе, и будут результаты.